Ненецкому театру «Иллипс» 25 лет. Один из самых популярных творческих коллективов региона показал зрителю множество постановок о жизни ненецкого народа. О истории коллектива и артистах, которые вносят немаловажную лепту в сохранение традиций, расскажет Василий Хатанзейский. Традиционное исполнение ненецких песен под звуки бубна. Именно такой аккомпанемент представляют артисты театра «Иллипс» для зрителей. История творческого объединения началась со спектакля «Бубен», показательное выступление которого состоялось в 1996 году. 25 лет назад Прокопий Андреевич создал этот спектакль «Бубен». И с этим спектаклем они успешно выступали, даже ездили на гастроли в Норвегию. Вот мы можем посмотреть, там фотографии там есть. Есть до сих пор играют еще те, которые вместе с ним ездили. Сейчас театр посещают не только участники, которые уже выступали при основании творческого объединения, но и совсем молодые артисты. Захар Талеев пришел в коллектив недавно, но уже освоился и стал участником каждого мероприятия. Новый опыт, новые знакомства. Тоже очень мне нравится выступать. И, в принципе, этого мне вполне достаточно. Для Захара участие в театральных постановках – это не просто выступление на сцене. В первую очередь для артиста – это сохранение культуры, национального наследия ненецкого народа. Нужно, чтобы молодежь не забывала свои корни, так сказать. Также не забывала их родной язык. Вот. И очень правильно то, что есть такие коллективы, которые вот приглашают молодежь. На сегодняшний день театр «Иллипс» является участником региональных, всероссийских и международных конкурсов и мероприятий. Также творческий коллектив поддерживают и бывшие участники театра. Для меня театр – это радость. Раньше мне всегда муж говорил: ну что, опять пошла радоваться? Ну, на репетицию когда. Я говорю: да, жизнь идет, театр как остался для меня солнышком, теплым лучиком. И так я всегда о нем вспоминаю тепло. По случаю юбилея Сергей Константинович Никулин, режиссер театра и его летописец, подготовил книгу о создании, становлении и достижениях «Иллипса», его руководителях и ведущих артистах. Познакомиться с книгой можно на официальном сайте этнокультурного центра. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, телеканал «Север».